Добрый день, мои дорогие рыбы. Я рада всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие рыбы, я сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 21 по 27 августа. Сейчас я посмотрю, вот какая возможность на этой неделе будет перед вами открыта. Сейчас посмотрим, какая возможность будет перед моими рыбами открыта на этой неделе. Так, вышли с вами вы. Мои дорогие рыбы, ну вас, видать, вы очень сильно переживаете. Смотрите, опять-таки, обратите внимание на свое сердце. У вас будет очень хорошая возможность, вот как-то, может, грамотного специалиста найдете. Вас кто-то, вернее, вам кого-то порекомендует, какого-то врача хорошего. Вот на этой неделе у вас эта возможность будет хорошая открыта. Ну, обратите внимание на сердце, хватит так переживать. Вот, хватит так переживать. Вот видите как? Вот так. Или кто-то вам подсоветует, что-то вот для сердца вот такое, что-то такое, может, какой-то препарат, какая-то таблетка, да, но нам очень поможет. Смотрим по сферам. Так, сейчас смотрим по сферам для вас, да, на эту неделю, с 21 по 27 августа. Так, начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели у вас будет радость. Радость семье, за семью. За семью как-то вы будете радоваться. Или кто-то вам расскажет за свою семью. Ну, то есть вы будете радоваться. И вот семье у вас радость, успех, благополучие, счастье. Ну, все хорошо. Так, середина недели вы строите планы. Строите планы на далекий горизонт, все прописываете себе, планируете не на один день, а на много. Это хорошо. Также само с работой еще связано, то, что планировать будете. В конце недели у вас идет ссора. А, ссора. Из-за чего, из-за кого, я не могу сказать. Потому что расклад общий. Помни об этом, не забываем. Ссора может, вот знаете, разразиться на пустом месте. Ну, не там чашку поставил, но вот так вот. Так, это есть. Теперь смотрим по работе, что у моих рыбок будет по работе на этой неделе. Там, где карты беру две. Так, по работе, смотрите, вас ждет партнерство с мужчиной. Мужчина такой практичный, надежный, стабильный. Может быть, огненного знака зодиака, но я к этому не привязываюсь, да? Вот, но серьезный человек, очень серьезный человек в своей сфере. А, тогда сама вы к этому человеку можете обращаться. Так, теперь смотрю по финансам для моих дорогих рыб на эту неделю. О, прекрасно, по финансам у вас вообще хорошо, стабильно все идет, у вас, как знаете, приплыв. И опять-таки по финансам у вас идет взаимодействие с этим мужчиной. Очень хорошо. По здоровью для моих рыб. Ну вот здоровью вам нужна поддержка. Вот недаром вам выпала, да, возможность такая очень хорошая, открытая. Обратите внимание на свое сердце. То есть вы найдете хорошего специалиста или вам порекомендуют кого-то. Так же самое вы можете кому-то позвонить, и этот человек вам даст дельный совет. Вот здоровье требует поддержки. Так, теперь личная жизнь для моих рыб. Ну, опять-таки, ссора. У вас будет ссора, у вас будет конфликт, у вас будет перепалка. Вот эта ссора в конце недели, она у вас идет. События местами могут меняться, но они будут. Но тут у вас что-то, мои дорогие рыбочки, личная жизнь прямо аж ай-яй кричит. Это у Водолеев было то же самое, там ссора, агрессия, да, по-моему, если не ошибаюсь. И у вас так же самое. Но, мои дорогие рыбы, вы себя отстоите. Вот вы останетесь правы в этой ситуации. Так, социум для моих рыб. Вы прикладываете усилия, чтобы общаться с какими-то властными людьми. Ну, это и хорошо. Вы большие молодцы в этой сфере. Так, совет моим рыбам на эту неделю. Все пускай идет умеренно, стабильно, спокойно, так как надо, так как нужно в свой час. Вас на этой неделе ангелы ведут. Обращайтесь к ангелам-хранителям, просите у своего ангела-хранителя помощи. Он слышит и поможет. Они всегда с нами, но есть такие периоды времени, дней, да, вот когда они больше вот как помогают, силы у них больше. Чего не стоит делать моим дорогим рыбам. Иду две, тяну две. Так. Не стоит чрезмерно проявлять активность какую-то, связанную с каким-то далеким расстоянием. Далеко, вдаль. То есть его как продвигать, продвигать, а оно вот
идет, ну, по чуть-чуть. Вот и поэтому совет. Все идет умеренно, стабильно, спокойно. В свое время, в свой час. И будет оно только тогда, вот, как я всегда говорю, золотая середина. Вот не надо вот эту ситуацию вам пропихивать, она не пройдет. Она будет вот золотая середина. Так, теперь смотрим дальше. И чем моих рыбочек порадует эта неделя? Ух ты. А вы получите по справедливости, мои дорогие рыбки. По справедливости получите. А так же самое, еще какой-то у вас будет радостный момент, связанный с закон, по закону, казенные дома, там, где правит богиня Фемида. Это просто прекрасно, мои дорогие рыбки. Прекрасно. И одна карта из колоды Ленорман для моих рыбок на эту неделю. Тут у меня переплетается опять карта сердца. Обратите внимание на свое сердце, рыбы. Я не знаю, что там с вами происходит, но... Так, новости ждите, новости хорошие, нежданные, негаданные, классные, они у вас уже на пороге стоят. Вот, новости, они вас обрадуют. Но опять-таки, мои дорогие рыбочки, обратите внимание на сердце. Я вас очень прошу, потому что это очень серьезно. Вот. Итак, мои дорогие рыбы, я сделала для вас расклад на неделю, 21 по 27 августа. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, успехов, во всем здоровья вам, мои дорогие рыбы. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваша Астаро. До свидания.